Готовься к смерти! Ты силен, Гудмунда. Легенды опережают тебя, Гудмундер. Вот что тревожило меня в тот день. Я верна легиону. Враг не оставил нам выбора. На той стороне. Yeah.
Ты храбрый воин. Срази тебя, Хель! Кара, зачем мы тут? Ты ведь знаешь. Голод. Здесь хранят зерно. Новый урожай будет лишь на следующий год. К зиме они перебьют друг друга ради остатков еды. Я клялась. Биться за мир. Как и ты. Как все мы. Это еда. Почему не сжечь все? Что сделают кланы, если лишить их всех запасов? Будут голодать. Умрут. Объединяться. Оставь чуть-чуть. Для двух или трех кланов. Они разорвут друг друга в клочья. Сильные сожрут слабых. Зачем убивать, если можно показать им, кто они? Освободить их. Нам пора домой. Очень скоро мой урок усвоили все живущие в Валькенхейме. Но следующей зимой в клане Сынов Битвы появился Хольдер, целью которого стало объединить народ викингов.